Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такой вот смуди. Как вы видите, он сделан жгуты переплетения и миленькие вот такие вот жгутики-косички. Связан у меня размеры 1,40 м. Затем сшитая ширина его у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 рапортов в высоту. Плюс для симметрии я добавила еще одну косичку и 2 кромочные. То есть, смотрите, у нас получается довольно-таки широкий. У меня он где-то 26 сантиметров в ширину, но если растянуть его, прирастянуть вот такой вот красивенький узорчик, то получается до 30 сантиметров доходит. В общем, если вам понравилось, конечно же, присоединяйтесь. Я сейчас снудик вязать целый не буду. Я просто вам покажу, как связать один раппорт и сколько петель добавить для симметрии. И расскажу вам, как связать именно размеры моего снуда, а затем как его сшить и, в общем, разные детали мелкие по ходу работы. Итак, в общем, если вам понравилось, присоединяйтесь, обязательно свяжем с вами вместе. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла свою любимую Alize Lana Gold. Это полушерстяная пряжа, в ней 240 метров в 100 граммах. Я взяла молочный цвет, 62 номер. Нам понадобится всего 3 моточка для снуда размером 140 сантиметров. Если у вас будет в одно сложение, вам достаточно будет, в принципе, где-то моточка полтора, может даже уложитесь моточек, в зависимости от нужного вам именно обхвата. Также я буду вязать спицами номер 3,5, обычные платочные спицы, сантиметр для измерения, сколько сантиметров вы провязали, ножнички, и для сшивания понадобится крючок. Также в качестве дополнения я буду использовать одну чулочную спицу для переплетения жгутиков или косичек. Для тех, кто будет сшивать трикотажным швом и имеет представление, что это такое, я рекомендую вам набрать на дополнительную ниточку набор начальных петель. Затем вы их распустите, эту ниточку, и оставите открытые петли, где будете сшивать трикотажным швом. То есть с обеих сторон вам нужно будет оставить открытые петли. Для тех, кто будет вязать так, как я, самым простым обычным способом сшивания крючком, то просто набираем ниточкой основного цвета нужное количество петелек и продолжаем вязать. Смотрите, для тех, кто хочет связать снуд такой, как у меня, размерами 6 рапортов в высоту, вам следует набрать 72 петли, то есть 6 рапортов по 12 петелек, плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные. То есть всего вам нужно набрать 76 петелек. Я буду делать небольшой образец для того, чтобы показать вам принцип вязания узора. И особой роли не сыграет, какую я буду делать ширину, так как я вам хочу показать именно на двух раппортах плюс 2 петли симметрии и 2 кромочные, как вязать снуд. То есть я буду вязать 2 раппорта, вы вяжете в ширину, сколько нужно вам. Итак, набираем 76 петель для тех, кто хочет ширину снуда 6 раппортов. Я буду набирать 24 петли плюс 2 симметрии и 2 кромочные, то есть 28 петель. Для начала я набираю на одну спицу 2 начальные петельки, затем приставляю вторую и набираю дальше. Это для того, чтобы не были растянуты петельки крайние. Итак, я 2 набрала, дальше продолжаем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Вы набрали 76 петелек, либо 28, как я, для небольшого образца. Вытаскиваем свободную спицу и теперь начинаем вязать первый ряд. Я люблю, чтобы вот эти рубчики были у меня с изнаночной стороны, а красивая косичка была с лицевой стороны. Так я и буду вязать первый ряд, он у меня будет считаться в узорчике изнаночным рядом. Что я делаю? Первая петелечка у нас кромочная. Я ее в этом ряду провяжу лицевой. Во всех последующих рядах первую петлю я буду снимать не провязанную. Затем, так как это изнаночная сторона, мы начинаем с двух изнаночных.
2 изнаночные, затем вяжем 2 лицевые. 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 лицевые. Вот они закончились, 12 петель первого рапорта. Кромочные убрали, далее 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые. Это 12 петель первого рапорта. Повторяем заново. 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 лицевые. Это конец второго рапорта. Для тех, кто вяжет 6 рапортов, продолжаете. Снова вязать 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые. И для симметрии 2 петли вяжем 2 изнаночные в конце. И кромочная у нас тоже изнаночная. Разворачиваем второй ряд лицевой. Кромочную петлю снимаем не провязанной. Далее у нас идут 2 лицевые. Что мы делаем? Смотрите внимательно. Мы снимаем на правую спицу 2 петли. Затем на левую спицу одеваем сначала первую петлю, вторая за работой. И та, что за работой, одеваем на левую спицу. Таким образом, мы сделали перекрещивание в левую сторону. Провязываем по очереди первую лицевой, затем вторую лицевой. Сделали перекрещивание первых двух петелек влево. Далее у нас идут 2 изнаночные. Мы так их и вяжем. 2 изнаночные. Теперь у нас идут 6 лицевых. Мы их вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Мы связали один рапорт. Кромочную убираем. Далее идут перекрещенные 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Повторяем все сначала. Можно переодевать петельки так, чтобы у нас вторая оказалась за первой. А можно просто сначала провязывать вторую, а затем провязывать первую, не снимая. Смотрите, я еще раз показываю. Вяжем вторую лицевой, не снимаем, а затем первую лицевой, и тогда только снимаем 2 петли. Можно делать такое перекрещивание. Оно гораздо проще и не требует особых усилий. Теперь у нас идут 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. 6 лицевых, так и вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Связали второй рапорт. Перекрещенные 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Я связала 2 рапорта для тех, кто продолжает вязать дальше. Снова 2 лицевые перекрещиваем, 2 изнаночные вяжем по рисунку, 6 лицевых по рисунку, 2 изнаночные по рисунку. Теперь в конце у нас остается 2 лицевые и кромочная петля. Поэтому 2 лицевые делаем перекрещивание, то есть провязываем сначала вторую петлю лицевой, не снимаем, затем первую петлю лицевой и снимаем 2 петли. Мы сделали перекрещивание в левую сторону. Кромочная, изнаночная. Мы связали второй ряд рисунка. Разворачиваем на изнаночный ряд и продолжаем вязать. Кромочную снимаем не провязанной. Затем у нас 2 изнаночные. Мы так их и вяжем, 2 изнаночные. 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. 6 изнаночных, вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. 2 лицевые, вяжем 2 лицевые. 6 изнаночных, вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные симметрии и кромочная у нас изнаночная. То есть, как вы поняли, каждый изнаночный ряд мы с вами будем вязать просто по рисунку. Никаких иначе быть результатов и итогов не может. Там, где лицевые, мы вяжем всегда лицевые. Там, где изнаночные, вяжем всегда изнаночные. Изнаночная сторона вяжется у нас всегда по рисунку. Перекрещивание делаем только в лицевых рядах. Итак, лицевой ряд. Кромочную снимаем. Далее у нас идут 2 лицевые.
вяжем сначала вторую петлю лицевой, затем первую и снимаем обе петли со спицы. Мы сделали перекрещивание влево. Теперь у нас идут 2 изнаночные. Так и вяжем 2 изнаночные. Теперь смотрите, у нас идут 6 лицевых. Нам нужно сделать перекрещивание влево. Мы берем дополнительную спицу, снимаем 3 петли на дополнительную спицу, 1, 2, 3, и оставляем перед работой. Затем вяжем правой спицей 3 следующие петли, то есть получается по счету 4, 5 и 6 лицевыми петлями. Затем берем, подвигаем ту спицу, которая осталась перед работой, провязываем лицевыми по очереди. 1, 2 и 3. Таким образом мы с вами сделали перекрещивание в левую сторону. Теперь у нас по рисунку идут 2 изнаночные. И всегда изнаночные мы будем вязать изнаночными. С лицевой получается стороны. Вяжем 2 изнаночные. Затем у нас идут 2 лицевые с перекрещиванием влево. Мы снова их перекрещиваем влево. Сначала вяжем вторую петлю, не снимаем со спицы. Затем первую петлю и снимаем обе петли. Мы сделали перекрещивание влево. 2 изнаночные вяжем 2 изнаночные. Снова 6 лицевых, нам нужно сделать перекрещивание в левую сторону. Берем дополнительную спицу, первые 3 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Затем третью, четвертую, точнее как, четвертую, пятую и шестую вяжем лицевыми петлями. То есть 3, которые остались на спице, мы теперь переносим тоже 3 лицевые, первую, вторую и третью по счету. Мы сделали снова перекрещивание в левую сторону. Теперь изнаночные довязываем изнаночной. Так я связала 2 раппорта узора. Для тех, кто вяжет дальше, снова делаем перекрещивание влево маленького жгутика, то есть вяжем сначала вторую петлю, а потом первую. 2 изнаночные по рисунку, 6 петелек делаем перекрещиванием влево. 3 петли на дополнительной спице оставляем перед работой, провязываем, получается, по счету 4, 5, 6. А затем с дополнительной спицы вяжем первую, вторую и третью, все петельки лицевые. Изнаночные вяжем по рисунку изнаночными. И петли для симметрии у нас остается 2 лицевые. Вяжем сначала вторую лицевую петлю, не снимаем с рабочей спицы. А затем первую петлю вяжем лицевой. И затем снимаем 2 петли с рабочей левой спицы на правую. Кромочная у нас петля изнаночная. Вот такое перекрещивание мы с вами сделали. И мы будем считать, что ряд перекрещивания это первый ряд. Изнаночный ряд у нас вяжется по рисунку. Вяжем там, где лицевые, лицевые, там, где изнаночные, изнаночные. Кромочную снимаем не провязанной, затем 2 изнаночные, 2 лицевые. 6 изнаночных так и вяжем по рисунку, 6 изнаночных. Теперь у нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые, 2 изнаночные симметрии и кромочная изнаночная. Сейчас, провязав изнаночный ряд, мы четко видим наше перекрещивание, где у нас идут маленькие жгутики, где идут большие жгуты. Сейчас я вам хочу немножечко рассказать принцип вязания этого узора. Смотрите, все изнаночные ряды, это значит по счету у нас сейчас первый, третий, пятый, седьмой, то есть каждые нечетные последующие ряды у нас вяжутся по рисунку. В лицевом каждом ряду, каждом абсолютно лицевом ряду мы делаем перекрещивание меленького жгутика. То есть мы сначала вяжем вторую петлю, а затем первую петлю. Маленький жгутик, еще раз повторяю, перекрещиваем в каждом лицевом ряду. Большой жгутик, то есть вот этот из 6 петелек, мы будем перекрещивать в каждом 10 ряду. То есть смотрите, по факту от начала, сколько вы провязали,
не имеет особого значения. Главное, что вы сделали первое перекрещивание. Оно могло быть как в третьем ряду, так в пятом ряду. То есть от начала особого как бы роли не сыграет. То есть вам нужно было сделать первое перекрещивание. А затем нам нужно будет, начиная с первого перекрещивания, отсчитывать 10 провязанных рядочков, в 10-м делать перекрещивание. То есть в основном все перекрещивания делаются только с лицевой стороны, то есть с лицевой стороны узора. Изнаночные, еще раз повторюсь, вяжем по рисунку. Поэтому отсчитываем от первого перекрещивания большого жгута 9 провязанных рядочков. Мы с вами связали первый изнаночный ряд, теперь вяжем второй лицевой. Второй лицевой, кромочную снимаем. В каждом лицевом ряду мы перекрещиваем маленький жгутик, поэтому вяжем. Сначала вторую петлю не снимаем, первую петлю снимаем, петельки лицевые. Затем по рисунку у нас идут 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. 6 лицевых, мы их так и вяжем, 6 лицевых по рисунку. И 2 изнаночные. Это один раппорт. Повторяем заново. Делаем перекрещивание маленького жгута, вяжем вторую петлю лицевой, затем первую. И лишь тогда снимаем с рабочей спицы. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Второй раппорт узора. И петли для симметрии, вот они у нас, 2 лицевые, перекрещивание делаем в левую сторону, сначала вяжем вторую петлю лицевой, затем первую петлю лицевой, и лишь тогда спускаем с рабочей левой спицы. Кромочная последняя, изнаночная. Первая кромочная всегда снимается, последняя вяжется изнаночной. Мы сейчас с вами связали второй ряд узора. Изнаночный, третий ряд. Вяжем по рисунку, кромочную снимаем, далее идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые. Один раппорт закончился. Повторяем заново. 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые. Раппорт второй закончился. 2 изнаночные для симметрии, кромочная, изнаночная. Третий ряд связан. Далее разворачиваем лицевой четвертый ряд. Кромочную снимаем, делаем перекрещивание маленького жгутика, вяжем сначала вторую лицевой, затем первую петлю лицевой и снимаем вот так вот с левой на правую спицу. Сделали перекрещивание маленького жгутика, затем у нас идут 2 неизменные изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные, раппорт закончился, 12 петелек, 2 петли у нас маленький жгутик, 2 изнаночные, это 4 петли, 6 лицевых, 10 петелек и 2 изнаночные, 12 петель, раппорт узора. Первый раппорт закончился, начинаем заново второй раппорт. Сначала вяжем вторую лицевую, затем первую лицевую. Петли с левой спицы переносим на правую. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Закончился второй раппорт. Для тех, кто вяжет 6 раппортов, продолжаем дальше. Перекрещиваем маленький жгутик, вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. Так до конца ряда. Затем делаем для симметрии жгутик маленькие перекрещивания в конце. И кромочная петля наша изнаночная. Так мы связали с вами четвертый ряд после перекрещивания. Изнаночный пятый ряд. Кромочную снимаем и далее вяжем все как всегда по рисунку. Над лицевыми лицевые петельки, над изнаночными изнаночные петельки. И так до конца этого ряда. Последняя кромочная изнаночная. Затем разворачиваем шестой лицевой ряд. Кромочную снимаем, делаем перекрещивание влево маленького жгутика, вяжем вторую лицевую, затем первую и спускаем петельки. Затем 2 изнаночные, 6 лицевых,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Закончился первый раппорт. Повторяем снова. Перекрещивание маленького жгутика. Сначала вяжем вторую петлю лицевой, затем первую. 2 изнаночные. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Закончился второй раппорт. Продолжаем дальше перекрещивание. 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. И для симметрии 2 последние петельки перекрещивания жгутика маленького и кромочная изнаночная. Разворачиваем 7 изнаночный ряд. Кромочную снимаем и далее вяжем по рисунку над изнаночными изнаночные, над лицевыми петельками лицевые петли. Последняя кромочная изнаночная разворачиваем на лицевой 8 ряд. Кромочную снимаем, далее делаем перекрещивание маленького жгутика. Сначала вторую вяжем, потом первую снимаем. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Первый раппорт узорчика. Затем повторяем перекрещивание маленького жгутика влево. Вторую провязываем, затем первую. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные и повторяем так до нужного количества раппортов. 2 петли симметрии — это маленький жгутик. Перекрещивание влево вяжем сначала вторую, затем первую петелечку лицевыми. И кромочная, изнаночная. 9 изнаночный ряд. Кромочную снимаем, вяжем все петельки по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными петельками изнаночные. Последняя кромочная петля изнаночная. Разворачиваем 10 лицевой ряд. Это ряд перекрещивания большого жгутика. Кромочную снимаем, далее делаем перекрещивание маленького жгутика. Вторую вяжем, потом первую и снимаем петельки. 2 изнаночные. Затем берем дополнительную спицу и первые 3 петли снимаем из 6 лицевых на дополнительную спицу. Вяжем далее 4, 5, 6 петлю лицевые. Из дополнительной спицы 1, 2, 3, затем вяжем. Лицевыми петельками первая петля, вторая и третья. Затем у нас по рисунку идут 2 изнаночные петли. Вяжем по рисунку. Первый раппорт закончен. У нас получился второе перекрещивание большого жгутика. Затем у нас идет перекрещивание маленького жгутика, то есть повторяется все сначала. 2 изнаночные и снова перекрещивание второго жгутика. 3 первые петли из 6 лицевых снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Затем вяжем 4, 5, 6 петлю лицевыми петельками и возвращаем с дополнительной спицы, вяжем 1, 2 и 3 петельку лицевыми петлями. Довязываем раппорт 2 изнаночные, второй уже связан. Так вяжем нужное количество раппортов в ширину. То есть снова повторяем перекрещивание жгутика, перекрещивание большого жгутика, затем 2 изнаночные, снова маленький, большой. И так чередование между ними, как вы видите, всегда идет по 2 изнаночные, которые неизменны будут до самого конца длины снуда. Теперь 2 петли симметрии — это наш жгутик маленький из 2 лицевых. Сначала вторую вяжем, затем первую. И кромочная, изнаночная. Итак, это наш 10 ряд. Мы с вами связали один полный раппорт узора в высоту. И один начало неполный. Теперь повторяем с первого ряда. Это изнаночный ряд. Кромочную снимаем, далее вяжем по рисунку. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми петлями вяжем лицевые петельки. Кромочная, изнаночная петля. Повернули второй лицевой ряд. Кромочную снимаем. Делаем перекрещивание маленького жгутика. Вторую провязываем лицевой. Затем первую снимаем. 2 изнаночные. 6 лицевых.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Как вы уже догадались, мы делаем перекрещивание в каждом десятом ряду большого жгута, в каждом лицевом ряду, то есть в каждом втором ряду маленького жгута, и все остальные ряды промежуточные, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вяжем по рисунку. С лицевой стороны это у нас перекрещивание маленького жгута, все остальное по рисунку. С изнаночной стороны над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночные. Поэтому второй ряд вяжем все по рисунку. Делаем перекрещивание маленького жгута, 2 изнаночные, 6 лицевых большого жгута. Затем снова у нас идут 2 изнаночные и повторяется несколько раз раппорт узора. То есть снова делаем перекрещивание маленького жгута, перекрещивание большого жгута, перекрещивание маленького большого. И так нужное количество раз. Для симметрии вяжем мы маленький жгутик в конце и кромочная петля у нас изнаночная. Разворачиваем третий изнаночный ряд. Вяжем по рисунку кромочная, изнаночная, над изнаночными, изнаночные петли, над лицевыми, лицевые. То есть все очень просто, я думаю, что здесь вам должно быть все понятно. Главное, я вам рекомендую просто считайте количество связанных вами рядов по рисунку, чтобы правильно сделать на равномерном расстоянии друг от друга перекрещивание большого жгутика. В маленьком жгутике вы не запутаетесь, так как он вяжется в каждом лицевом ряду. Изнаночные ряды у нас всегда по рисунку, поэтому вам главное не запутаться в перекрещивании большого жгута на равном количестве друг от друга в высоту, то есть через каждые 9 рядов в 10 каждом лицевом ряду. Итак, кромочную сняли, сделали перекрещивание, 2 изнаночные, далее снова вяжем все петельки из 6 петель жгута лицевые и 2 изнаночные. Первый раппорт связали, далее переходим ко второму. Снова перекрещивание маленького жгутика делаем. 2 изнаночные отделяем от большого жгута. Затем 6 петель большого жгута. И снова 2 изнаночные отделяем от маленького жгута. И повторяем количество нужное раз вязания раппорта. Для симметрии маленький жгутик в конце снуда нашего ширины и кромочная, изнаночная. Кромочную всегда вяжите изнаночной, а первую снимайте. Для того, чтобы у вас красивые, посмотрите, и ровные края были. У меня это вот такие косички получаются замечательные. Я думаю, что и вам все остается понятным. Итак, мы с вами сейчас связали лицевой ряд, переходим на изнаночный ряд. Кромочную снимаем, все полностью вяжем по рисунку над лицевыми лицевые петли, над изнаночными петельками и изнаночные петли. Кромочная и изнаночная развернули на лицевой ряд. Это у нас сейчас в лицевой шестой ряд. Кромочную снимаем и все по рисунку, то есть перекрещивание делаем над перекрещиванием маленького жгутика каждого лицевого ряда, не забываем. Затем у нас по рисунку идут 2 изнаночные, 6 лицевых большого жгута, 2 изнаночные, раппорт закончился. Повторяем сначала перекрещивание маленького жгута делаем, затем у нас идут 2 изнаночные, 6 лицевых большого второго жгута и 2 изнаночные для окончания второго раппорта. Повторяем так нужное количество раз. Для симметрии делаем маленький жгутик в конце и кромочная, изнаночная. Теперь у нас седьмой изнаночный ряд по рисунку. Кромочную снимаем, над лицевыми лицевые, над изнаночными петлями изнаночные. Кромочная, изнаночная, восьмой лицевой ряд кромочную снимаем и снова вяжем все по рисунку. Делаем перекрещивание маленького жгутика в начале, затем 2 изнаночные, 6 лицевых большого жгутика, пока без изменения в восьмом ряду. Теперь 2 изнаночные, раппорт закончился. Переходим ко второму раппорту. Начинаем делать с маленького жгутика перекрещивание в левую сторону. 2 изнаночные, 6 лицевых большого жгутика, 2 изнаночные. То есть между каждым жгутиком, маленьким и большим, у нас отделяются 2 изнаночные петельки.
Затем нужное количество раз повторяем рапорты. И 2 петли симметрии. У нас маленький жгутик, кромочная, изнаночная. 9 изнаночный ряд, это последний ряд в высоту рапорта. 10 у нас будет уже с перекрещиванием. Поэтому довязываем 9 еще по рисунку, по узорчику. То есть там, где изнаночные, мы вяжем изнаночные петли. Там, где лицевые петельки, вяжем мы лицевые петельки. Кромочная, изнаночная и разворачиваем в лицевой. Это 10 ряд рапорта в высоту. Последний ряд или первый ряд, как вам удобно будет считать. В общем, это 10 ряд, ряд перекрещивания с лицевой стороны. Кромочную снимаем, затем делаем перекрещивание маленького жгутика в левую сторону. 2 изнаночные вяжем. И затем у нас идет перекрещивание большого жгута влево, поэтому берем дополнительную спицу. 3 первые петли снимаем на дополнительную спицу. Вяжем 4, 5, 6 петлю лицевую, также лицевыми петельками. Затем с дополнительной спицы 1, 2, 3 вяжем лицевыми петельками. Сделали перекрещивание большого жгута влево. Далее у нас идут 2 изнаночные. И повторяем все сначала. Раппорт. Делаем перекрещивание маленького жгутика. Затем идут 2 изнаночные. Снова на дополнительную спицу переносим 3 первые петли из 6 лицевых. 4, 5, 6 мы вяжем лицевыми петельками. 1, 2, 3. Теперь 1, 2, 3 петлю мы вяжем также лицевыми. 1, 2, 3. И остается довязать 2 изнаночные. Второй раппорт у меня довязан. Так вам нужно будет повторить до конца ряда. И для симметрии мы делаем перекрещивание маленького жгутика. Кромочная у нас, как всегда, петля изнаночная. И теперь, начиная с изнаночного ряда, отсчитываем снова 9 рядочков. В 10 лицевом ряду нам нужно будет сделать очередное перекрещивание. Вот таким вот образом мы делаем перекрещивание, еще раз повторюсь, в каждом лицевом ряду маленького жгутика, изнаночный по рисунку, и в каждом 10 лицевом ряду большого жгута. Тоже все вяжем по рисунку. Так у меня, смотрите, получается снудик из 6 рапортов состоит. Здесь я вам показала на 2 рапортах. При этом, смотрите, у вас по обе стороны жгута большого должны быть маленькие жгутики. И именно снуда уже с обеих сторон должны быть маленькие жгутики. Вот так точно, как у меня на образце. Я вязала снуд 1,40 м. В принципе, это делался запас для снуда, чтобы носить восьмерочкой. Вот для тех, кто хочет просто такой вот вокруг шеи, то в принципе где-то 55 см. А по обхвату головы вашего достаточно для тех, кто хочет просто вот такой снуд на голову как трубу одеть. Вот, можете сделать ширину не 6 рапортов, а больше. Ну, то есть это, в принципе, на ваше усмотрение делается. Вот, и, соответственно, длина. Длина может быть различная. То есть это может либо 1,20 м быть для более или менее стандартного. Я делала 1,40 м с захватом на запасиком таким вот на капюшон. Вот, здесь вы уже смотрите, в общем, вяжете нужную длину снуда для вас. А затем, связав определенную длину, я вам покажу, как его можно будет сшить. При этом, смотрите, высоту вам нужно будет закончить не на перекрещивании, то есть не на 10 ряду, а провязав еще от 10 ряда хотя бы до 4. То есть, смотрите, нам нужно будет, так как мы здесь начали, скажем, с середины раппорта, ну, я даже сказала бы меньше, чем с серединки, где-то вот с вот этой части, то, соответственно, вам столько нужно будет не довязать до конца раппорта. Для того, чтобы потом при сшивании у нас максимально хорошо сложился узорчик. То есть вот этот узорчик у нас совпадет. Если мы, допустим, провяжем до 6 ряда в высоту, то есть с 10 делали перекрещивание и 6 рядочков в высоту по рисунку, то в принципе у нас здесь узорчик совпадет. Можете до 8, то есть не делать 9, не провязывать 10. Вот. Вяжем, в общем, еще
нужную высоту до середины рапорта, то есть до вот такой вот серединки. А затем я вам скажу, сколько точно я связала для того, чтобы совместить вот этот рисуночек. Я думаю, что здесь вам все понятно. В общем, вяжите нужную высоту и тогда продолжим сшивание. Я связала небольшой образец, где-то у меня сантиметров 13 образец получился. Вы же вяжете высоту, которую хотите вы. 1,20 м это стандарт и 1,40 м для тех, кто хочет отворотик за капюшон. Вот. Сейчас я вам хочу показать два способа, как можно сделать закрытие петелек и сшить снуд. Итак, первый способ. Смотрите, в любом случае и в первом, и во втором мы должны довязать 7 изнаночный ряд и перейти в начало 8 лицевого ряда. И теперь смотрите, первый способ заключается в том, чтобы просто закрыть петельки и сшить две стороны, чтобы у нас получился небольшой такой шовчик, рубчик с изнаночной стороны. Вот я вам его и показываю. Итак, первую кромочную снимаем, это начало 8 ряда. Теперь у нас идут две лицевые. Мы меняем их местами, как всегда мы делали, но при этом, смотрите, первую лицевую мы вяжем лицевой, вот так вот, и одеваем на первую лицевую кромочную петлю. То есть делаем как бы вот такое вот закрытие начала петелек. Теперь вторую лицевую вяжем лицевой и на нее одеваем предыдущую петельку. У нас следующие две изнаночные, поэтому мы вяжем первую изнаночную, одеваем на нее предыдущую петлю. Вторую изнаночную изнаночной одеваем предыдущую петлю. То есть так как у нас лежат петельки, так мы и делаем закрытие. Следующая у нас лицевая из 6 петель жгута. Мы одеваем на нее предыдущую петлю. Снова лицевая вторая предыдущую петлю на нее одеваем. Снова лицевая третья петля на нее предыдущую лицевую одеваем. То есть для тех, кто не понимает, что я делаю, откройте видео «Закрытие петелек». Я оставила в описании, поэтому обязательно смотрите. И, в общем, я буду делать закрытие петелек по ходу узора. То есть там, где у нас лицевые, я вяжу лицевые, одеваю предыдущую. Там, где у нас вот изнаночные петельки, промежуточные, я вяжу изнаночной и одеваю предыдущую. Снова изнаночная, одеваю на нее предыдущую. То есть, смотрите, у меня на спице всегда одна должна оставаться петелька после закрытия предыдущей петли. Вот так вот. На каждую последующую провязанную петелечку мы одеваем предыдущую петлю. Снова у нас вот он, получается, маленький жгутик. Мы меняем местами, как мы с вами делали, с наклоном влево. Затем провязываем первую лицевую, одеваем на нее предыдущую петлю. И вторую провязываем лицевой, одеваем на нее предыдущую петлю. Затем изнаночная мы провязываем изнаночную, одеваем предыдущую, изнаночная одеваем предыдущую. Снова 6 петель лицевых мы вяжем лицевая протяжка, лицевая протяжка. Протяжка это одевание от предыдущей петли на последующую. И вот я делаю вот такие вот протяжки 6 раз, то есть у нас 6 лицевых петель в жгутике. Я делаю 6 вот таких вот раз протяжек. Теперь у нас снова 2 изнаночные, я вяжу первую изнаночную, делаю протяжку, вторую изнаночную протяжку. Там, где маленькие жгутики, обязательно меняю местами, для того, чтобы не путать узорчик, и он должен у нас лечь при сшивании красиво. Я связала первую лицевую из жгутика, вот она у меня, сделала протяжку, и вторую лицевую я вяжу, сделала протяжку. Теперь последняя кромочная изнаночная. Я могу ее связать изнаночной и сделать протяжку, могу лицевой. В принципе, здесь значение такого особо не играет последняя петля. Итак, мы сшили с вами последнюю петельку, допровязывали, сделали закрытие петель. И теперь что мы делаем? Смотрите, мы берем крючок, спицы отлаживаем в сторону и разворачиваем изнаночной стороной к себе. То есть, смотрите, вот у нас мы закончили последняя петелечка. И мы разворачиваем лицевой стороной вовнутрь. То есть, слаживаем вот так вот. Какой бы длины у вас ни был снуд, мы слаживаем изнаночкой наверх. Вот она с одной стороны у меня изнаночка и с другой стороны. И теперь рабочую ниточку мы подтягиваем. Вот он у меня краешек, мы его оставляем, не трогаем. А рабочую ниточку подтягиваем. И теперь нам нужно начать делать
сшивание. Сшивание я буду делать за обе стеночки. Вот смотрите, вот она у нас передняя стеночка к себе, вот она задняя стеночка. За обе стеночки я буду делать соединительные столбики. Я ввожу крючок, вот она у нас косичка, посмотрите, первую петлю косички. И здесь с этой стороны нахожу первую петлю косички. Ввожу крючок сквозь две стеночки, и у нас рабочая петля, вот она на крючке в начале. Я захватываю рабочую ниточку, продеваю сквозь две стеночки вот эти вот снудика нашего и вывожу через рабочую петлю. То есть на крючке у меня одна петля, которая образовалась, захвативши рабочую ниточку сквозь все-все-все стеночки и петли. Теперь снова находим последующую петельку с одной стороны и с другой стороны. Вводим крючок в две стороны, захватываем рабочую ниточку, выводим на крючке у нас две петли и сквозь первую продеваем вторую. Снова одна рабочая петля. И вот так вот сквозь две стеночки я буду выводить рабочую ниточку и продевать сквозь все петли на крючке. Снова вдеваем в две стеночки крючок, захватываем рабочую ниточку и выводим сквозь все петельки. То есть просто делаю соединительные столбики за обе стеночки вот так вот снуда. То есть просто сшиваю. И посмотрите, что получается. У нас получается вот такой незначительный рубчик, но он есть. То есть посмотрите, вот такой. С лицевой стороны выглядит вот так. И идет совпадение полное узора. То есть если вы выверните на лицевую сторону, у вас будет совпадение узора. Жгутик так и будет ложиться жгутиком. Я сейчас дошиваю эту сторону до конца, чтобы вам показать с лицевой стороны, как выглядит рисунок. И вот так вот дальше продеваю. Желательно, максимально старайтесь, чтобы рисунок совпал. Можете вывернуть на лицевую сторону по ходу сшивания, чтобы вам было видно гораздо. И рисуночек по количеству петелек с одной и с другой стороны должен у вас максимально совпасть. Если он не совпадает, то вы просто берете немножечко, прираспускаете там, где не совпал, и заново пытаетесь найти соседние петельки, сквозь которые продеваете вот так вот крючок и рабочую ниточку с крючка. Вот они у нас изнаночные с этой стороны, это лицевые петельки. Мы сквозь них продеваем, они у нас совпадают. Теперь находим вот эти крайние петельки жгутика второго. И вот так вот, в общем, соединительными столбиками сшиваете до самого конца все, сколько у вас есть рапортов. 6 значит 6, 7 значит 7, то есть в зависимости от желаемой ширины. И вот я дошивала до конца, делаю одну воздушную петлю, привытаскиваю и теперь разворачиваю на лицевую сторону. То есть у вас получится большой, так сказать, круг сшитый. И вот что получается. Смотрите, как я вам и говорила, петельки по количеству у нас совпадают, поэтому все узорчики полностью, как маленькие жгуты, так и большие, должны совпасть. Но рубчик виден. Я, честно говоря, этот рубчик не очень люблю здесь в снудах, потому что с изнаночной стороны часто бывает разворачивается снуд на лицевую сторону, и это выглядит, честно говоря, просто неаккуратно. И вот теперь, кому понравилось, просто выворачивайте снова на изнаночную сторону, отрезайте ниточку и прячьте кончик с одной стороны. И если у вас есть при наборе петелек, вот он, другой краешек ниточки, то прячьте его в косичку по ходу вязания. И получился с изнаночной стороны вот такой вот снуд. С лицевой стороны, как вы видели, у нас совпадение идет рисунка, но такой вот небольшой рубчик есть. И в варианте номер два это сшивание трикотажным швом, о котором я вам говорила. Это такой бесшовный рубчик, там его совсем не видно, и он как бы состоит из вот таких вот лицевых петелек. Ссылочку на сам трикотажный шов я вам оставлю в описании этого видео. Я сейчас вам не буду его показывать. А как освободить нам так, чтобы было два края
открытых петелек, смотрите, разворачиваете к себе изнаночной стороной. Помните, я вам говорила, вот такие вот краешки, зубчики. Они у нас, по идее, должны были с лицевой стороны быть, но я их решила отправить на изнанку. Теперь смотрите, если вы смотрите в сами петельки, состоят эти рубчики из лицевых вот таких вот петелек или изнаночных, как вам проще. Здесь скорее изнаночные петельки, вот они у меня, одна петля. И эти петли соединены такими вот перепоночками. Вот нам нужно одну из этих перепоночек отрезать. Будьте внимательны, перед тем, как отрезать, как говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот они у нас петельки изнаночные, посмотрите, а между ними перепоночка. Вот нам нужно эту перепоночку отрезать. Вот она у нас отрезанная. И теперь, как вы видите, рассоединение идет петелек. И у нас уже четко видна петля. Мы теперь эти рубчики должны вытащить ниточки. Вот смотрите, если вы правильно отрезали, то у вас сейчас вот эти перепоночки должны сниматься просто поддевши спицей или иголочкой. И вот смотрите, вот убирается все. Вот эти промежуточки между петлями убираются аккуратненько поддевши спицей. То есть вот у нас получаются открытые петли. Я освободила уже несколько петелек. Я буду так освобождать полностью весь ряд, чтобы у меня получились просто открытые петли. То есть мы, получается, убираем только вот эти промежутки между петлями. И все. Мы больше ничего не трогаем. Сильно тоже их не вытягивайте, не тяните, для того, чтобы петли не распустились. Нам нужно вот так вот освободить, сделать открытые петельки, которые вы смело потом сможете шить трикотажным шовчиком. И получится такой бесшовный у вас снуд. Вот. Вот они, наши открытые петельки. И после того, как мы освободим с одной стороны и с другой стороны, нам нужно будет одеть на спицу. Получается, у нас на спице один краешек будет и на спице второй краешек. А затем вы смело вденете в иголочку ниточку и сошьете трикотажным шовчиком. Почему я не буду сейчас показывать вам трикотажный шовчик? Я, во-первых, посмотрела в YouTube очень много таких видео, а во-вторых, у меня камера не позволяет снять качественное видео трикотажного шва, чтобы вам было видно и понятно. И вот она, наша последняя перепоночка. Посмотрите, у меня как раз вытащился краешек, тот, который был при наборе. И осталось освободить вот эту сторону. То есть вот они, с другой стороны такие же краешки. Вот они, освобождаем петельки. И сейчас я вам покажу, как мы нанизаем петли на спицу. Я думаю, что этот способ больше вам понравится, так как совпадение узора максимальное, это лучший комплимент мастеру. Поэтому здесь, конечно же, за качественную работу, я думаю, что похвалят вас больше. И я сама, честно говоря, люблю больше качественные. И вот смотрите, у нас вот она петелечка крайняя. Мы одеваем ее на спицу и полностью по очереди, по рисунку, смотрите, у нас вот они петли. По рисунку мы одеваем все петелечки аккуратненько, одна за одной, на спицу. Вот так вот. И теперь вам будет проще сшивать. Сшивать вам нужно будет на лицевой стороне, петелька за петелькой. Вот так вот у вас останется такой вот краешек с одной стороны и с другой стороны рабочая ниточка. Для сшивания снуда вам нужно будет оставить 3 ширины вашего снуда. То есть смотрите, у вас, допустим, 6 рапортов. Вот вы измеряете, сколько в 6 рапортах у вас сантиметров. К примеру, 25. Вот вам нужно, значит, 25 умножаете на 3 раза. 75 сантиметров у вас должна остаться ниточка.
там можете даже 80 плюс 5 сантиметров. И вот такую ниточку вам нужно будет для сшивания трикотажным швом. То есть смотрите, 3 ширины снуда. 1, вот он у меня, допустим, ширина снуда, 1 раз, 2 раз и поворачиваете 3 раз. Плюс такой небольшой хвостик-запасик. Вот 3 ширины снуда. Отрезаете ниточку, вдеваете в иголочку, разворачиваете лицевой стороной к себе. Вот. И затем начинаете сшивать трикотажным швом, чтобы красивенько у вас все совпало. Вот так вот должно выглядеть у вас в итоге полное совпадение и красивая лицевая вот такая вот окантовочка, лицевой ряд. В итоге получится у вас такой вот замечательный снуд. У меня, конечно, по образцу это не очень видно, но вы видели в начале видео, что получается довольно-таки красивый, аккуратненький снудик. Трикотажным швом вы сошьете, думаю, без проблем по видео, которое я оставлю в описании ссылочку. И надеюсь, что у вас все получилось и вы всем остались довольны. Конечно же, не забывайте ставить лайки, кому понравилось. Комментируйте, обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Хорошего настроения вам, пока-пока!